Как сделать жизнь на селе счастливой и обеспечить людей работой? Руководители Минсельхоза совместно с правительством организовали съезд глав сельских поселений нашего края. Главный лейтмотив мероприятия – государственная поддержка. Чтобы привлечь инвестиции в свой населенный пункт, местный руководитель должен быть активным и готовым к развитию. А государство, в свою очередь, поможет в начинаниях. Для глав поселений проводятся конкурсы. Сегодня тот глава, который достигает лучших показателей там, в бюджетной системе, в занятости, действительно, ну, как бы не сидит на месте, он может быть простимулирован в пределах 40 миллионов рублей. В Ульяновской области действует программа «Комплексное развитие сельских территорий». В нее входит несколько направлений. Обновление инженерной инфраструктуры, повышение качества жизни на селе, создание современного облика деревень. За несколько лет ее реализации в регионе удалось построить и ввести в эксплуатацию 25 фельдшерско-акушерских пунктов, проложить 265 километров распределительных газовых сетей и 145 километров водопроводных. Однако, несмотря на уже достигнутые успехи, мы все равно видим о том, что люди живут на селе далеко не так комфортно, не так обустроено, как, например, например, в городе Ульяновске, вот здесь, рядом находящемся. А потому повышение вот этого показателя, как мы назовем его, качества жизни, это важнейшая задача, которая сегодня стоит перед нами. В этом году на совершенствование социальной сферы и благоустройство сел направят около 80 миллиардов рублей из средств консолидированного бюджета. Правительством поставлена задача максимально улучшить ситуацию во всех селах к 2026 году. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Новости Ул-Правда ТВ.